За нарушение антимонопольного законодательства светит солидный штраф и Почте России. 4 миллиона рублей она должна заплатить в казну государства за техническую ошибку в ведомственной инструкции, которая предусматривала выдачу корреспонденции людям исключительно с доверенностью. Был абсурдный случай. Гендиректору ярославской компании на основании внутреннего документа сотрудники почты, буквально следуя инструкции, отказались выдать письма. Руководитель пожаловался в управление ФАС. Проверка выявила нарушения, которые не исправили. Последовала апелляция. Арбитражный суд подтвердил правоту управления ФАС.